Библиотека имени Николая Кузьмича Жернакова представляет обзор книг одной из самых известных детских писательниц Астрид Лингрен. 14 ноября – день рождения детской писательницы. Астрид Лингрен родилась в 1907 году в Швеции в небольшом городке Вимберблю, провинции Смоланд, в семье фермера. Школьные учителя отмечали у Астрид литературные способности. У девочки было очень хорошо развито воображение, фантазия. Она прекрасно владела как устной, так и письменной речью, грамотно писала, очень хорошо излагала свои мысли. После окончания школы она устроилась в местную газету на должность журналиста. Но ей нужно было получить образование. Поэтому спустя некоторое время она уехала в Стокгольм и выучилась на стенографиста. Но вот ее личная жизнь очень непросто складывалась. Она пережила тяжелый период в своей жизни, когда, родив сына Ларса, осталась с ним одна. Отношения с отцом мальчика не сложились. Она вынуждена была отдать своего ребенка приемную судьбу, так как у нее просто совсем не хватало денег на нормальное существование с ним. Она должна была работать. Хорошо, что и эта приемная семья с пониманием отнеслась к трудностям молодой женщины и разрешала встречаться с ним, заботиться о нем, играть и гулять. В апреле 1931 года Астрид вышла замуж за Стури Лингрена и взяла фамилию мужа. После замужества Астрид Лингрен смогла забрать сына, мальчику тогда было 3 года. Ее супруг его усыновил. Она полностью посвятила себя заботам о Ларсе. А в 1934 году у нее родилась дочка Карин. Она сочиняла для своих детей различные истории, разыгрывались сценки, играла с ним. Она обожала своих детей. Конечно же, читала им на ночь и рассказывала свои вымышленные истории. Астрид Лингрен, шутя, вспоминала, что одной из причин, побудившей ее к писательству, стали холодные стокгольмские зимы и болезни маленькой дочки Карин, которая все время просила маму о чем-нибудь рассказать. Именно тогда мама с дочкой придумали озорную девочку с рыжими косичками. Пеппи Длинный Чулок. Пеппи Длинный Чулок. Именно такое имя дала героине ее дочка Карин. Астрид решила опубликовать свои истории о приключении Пеппи Длинный Чулок. Одно издательство ей категорически отказало, зато второе опубликовало и сразу же все дети приняли эту историю с восторгом. Она стала знаменита и очень ценима всеми. Она продолжила свой творческий путь, и было написано очень-очень много произведений. Я расскажу сегодня вам о самых главных из них. История Пеппи Длинный Чулок покорила весь мир. И в нашей библиотеке дети с удовольствием читают и восхищаются этой отважной девочке. В нашей библиотеке есть два издания «Пеппи Длинный Чулок». Вот
те, которые представлены на слайде. Героями приключений Пеппи стали мартышка, господин Нильсон, лошадь, соседские ребята Томми и Анника Сеттегрен. Еще одно произведение Астрид Лингрен называется «Черстен и я». В нашей библиотеке есть прекрасное издание этой книги. В ней рассказывается история двух сестер, близнецы Барбара и Черстен, которые устали от скучных уроков, от города и уезжают с родителями жить в родовое поместье своего отца. И там столько всего интересного. Но стоит отметить, что это книга для подростков. То есть не для маленьких детей, а для детей, которые постарше. Потому что в этой книге можно понять путь взросления ребенка, становление из девочки в девушку. В общем, рекомендую для подростка, для детей 12-14 лет. «Бойкая Кайса» или «Отважная Кайса» – это сборник рассказов Астрид Лингрен о самых разных детях, счастливых и не очень. Героиня этих рассказов – маленькая девочка Кайса, которая живет с бабушкой. Знаменитый сыщик Калли Блумквист или суперсыщик Калли Блумквист – одно из самых популярных произведений сказочницы. Особенно любима она мальчишками, потому что главный герой – озорной паренек Калли. Он решил, что когда вырастет, он станет самым лучшим сыщиком на свете, грозой гангстеров и мошенников. Это история, которая ненавязчиво предупреждает детей о том, что никогда не стоит заигрываться. Игра в сыщики хороша до поры до времени. Но когда встречаешь настоящих преступников, о которых пишут в газетах, рассказывают по телевизору, необходимо прекратить следствие и срочно сообщить в полицию. Калли – это паренек 13 лет. Он восхищается Эркюлем Пуаро и жаждет расследовать преступления, как и он. Он тренирует свою память и внимательность, и с ним происходят различные истории. Расмус Бродяга – это повесть о маленьком мальчике. О мальчике, который в поисках счастья сбежал из приюта. У него нет родителей. На этой свободе, на свободе без приюта, его ждет много разочарований и самых невероятных приключений. К счастью, все это заканчивается благополучно, и судьба награждает мальчика. Он обретает настоящих, любящих родителей. В нашей библиотеке есть два издания этого произведения. Ну а кто же из детей не знает историю о малыше и Карсоне? Этих героев тоже придумала Астрид Лингрен. В Стокгольме, в самом обычном доме, жила самая обыкновенная семья Свантесон. Папа, мама и трое детей. Старший Боссе, средний Бетан и младший Сванте, которые звали просто малышом. Однако на крыше этого дома, в домике за трубой, жило совсем необычное существо по имени Карсон, которое способно летать благодаря мотору и пропеллеру у него за спиной. Действие повести происходит в 50-е годы.
соскучишься. Действительно, с кем, а с Карсоном точно не соскучишься. Некоторое время Карсон прилетал к малышу, общался с ним, играл. Он подружился с его друзьями. Но вот наступило день рождения малыша, ему исполнилось 8 лет. И в конце этого дня малыш попрощался с Карсоном. А Карсон обещал ему вернуться. Еще одно произведение, которое тоже любят читать мальчики, это «Братья Львиное Сердце». Главные герои – это два брата – Юнатан и Карл. Они попадают в сказочную страну, где получают прозвище «Львиное Сердце». В этой сказочной стране их ждет очень много интересных приключений, как очень страшных, трудных, так и очень добрых и светлых. Последнее произведение, о котором я хочу рассказать, называется «Ронни, дочь разбойника». Ронни – это дочка атамана, разбойников Матисса и Лависы. Они живут в лесной глуши в старом замке, расколотом надвое, молнией в ночь рождения девочки. Ронни – это очень смелая, добрая и искренняя девчушка, гордость отца. Однажды девочка случайно обнаруживает, что вторую половину замка занимает семья, которая враждует с ее семьей. Они являются конкурентами. Атаман Борки. У них тоже есть ребенок, сын по имени Берг. Отважный, задиристый и веселый мальчик. Удивительно, что и Ронни, и Берг, они родились в один день. Именно встреча с этим мальчишкой меняет ее жизнь. Дети заклятых врагов, Ронни и Бирк, то спорят и соревнуются, то спасают друг друга от разных опасностей. Но они подружились между собой. Втайне от своих родителей они решают стать сестрой и братом. Но извечная вражда разбойничных родов мешает их дружбе. Дети ссорятся со своими родителями и сбегают из замка в лес. И чтобы вернуть детей, этим кланам пришлось отказаться от вражды. И в конце повести кланы объединяются, а Ронни и Бирк дают клятву, что никогда не станут разбойниками. Книги Астрид Линдгрен пользуются большим интересом у ребят. И я думаю, что этот интерес, эта любовь к героям Астрид Линдгрен не исчезнет никогда. По тем сказочным историям, которые описаны Астрид Линдгрен, и родители, и учителя, и даже мы, библиотекари, можем поговорить с детьми на любую жизненную ситуацию. Творчество этой шведской писательницы было отмечено многими престижными литературными наградами. В 1958 году она была удостоена и медали Ганса Христиана Андерсена, которую называют и сейчас Нобелевской премией в детской литературе. Если вы спросите меня, какой должна быть детская книга, я после долгого раздумья отвечу. Она должна быть хорошей. Уверяю вас, я долго думала об этом, но другого ответа не нахожу. Астрид Линдгрен умерла в 2002 году, когда ей было 95 лет.
Она была поистине великой сказочницей. Только она могла так говорить с детьми. Только она могла писать такие истории. Кто знает, может, благодаря и ее книгам еще держится наша планета. В нашей библиотеке есть книги Астрид Лингрен, но не все. Еще я хочу обратить ваше внимание на книгу «Подстрочник». Она рассказывает о судьбе Лилианы Лунгиной. А Лилиана Лунгина – это первый переводчик книг Астрид Лингрен на русский язык. И в этой книге есть воспоминания Лилианы Лунгиной об этой шведской детской писательнице.